Здравствуйте, мои друзья! Мы с вами едем в автобусе по улице Крауля. Улица эта небольшая, примерно 3,5 километров, находится в спальном районе Виза. Вот, движение тут двухстороннее, оборудована улица светофорами, здесь большой трафик, тут много автобусов, троллейбусов. Но троллейбусное движение тут открыто относительно недавно, где-то в 1995 году, вроде так. Вот, а с открытием в западной окраине торгового центра Мега по этой улице стали ходить очень много автобусов. Само название улица получила где-то в 21 году в честь рабочего Крауля, красноармейца, который погиб в 18 году в Верхотурье в боях с белогвардейцами. Вот. На этой улице много домов жилых. Вот первые этажи, тут магазины. В основном есть немного кафе, отделения банков. В общем, это такой тихий, спокойный район. Я по этой улице езжу всегда на работу. Вот, как раз в этом направлении. В конце этой улицы есть немного частного сектора, который планировали убрать, если бы Екатеринбург выиграл проведение Экспо-2025. Но вы знаете, что мы не выиграли, и, наверное, частникам придется очень долго ждать своего переселения. Вот, видать, эта программа накрылась медным тазом. Вот, хотя были грандиозные планы по застройке частного сектора. Даже метро планировалось открыть тоже в районе Крауля-Викулова, но это, наверное, уже неосуществимо. В общем, по этой дороге я как раз и езжу на работу. Сегодня у меня выходной. Ну, вы знаете, что я работающий пенсионер. А куда деваться? Работать надо. Пенсии не хватает. Вы, наверное, видели мой цикл «Как прожить на пенсию». Когда я старалась жить только на пенсию, да, не трогая зарплату, ну что, вот так, если коротко, то мои выводы, конечно, прожить можно в том плане, что вам хватит только заплатить коммуналку и на продукты хватит, причем на обычные, без деликатесов. Вот, как бы не помрете, конечно, но не дай бог заболеете, основную часть бюджета у вас заберут лекарства и все процедуры медицинские, которые надо. Сейчас везде все платно, потому что бесплатная медицина у нас тоже становится платной. Силяви. Вот. А еще ж надо одеваться, еще надо как-то себя радовать чем-то, да, и себя баловать, и детям помочь, и внукам сделать подарки, да, и в отпуск хочется съездить, и поэтому на пенсию это, ну, нереально. И как бы там кто ни говорил, что пенсионеры работают, потому что им скучно дома сидеть, ну, нет уж, поверьте. Я бы нашла, чем дома заняться. Мне дома совсем не скучно. Вот приходится работать, подрабатывать, чтобы осуществить свои вот такие вот потребности. Ну, что делать? Пока здоровье позволяет, надо работать. Вообще, после 40 у нас здесь трудно устроиться. Конечно, это официально не пишут нигде в требованиях, да, работодатели. Но людям старше 40, они уже все равно отказывают, им нужны молодые люди. И причем они хотят молодых, но уже с опытом. Представляете, где молодые люди наберут опыт? Им надо работать, чтобы научиться чему-то. А сейчас с повышением пенсионного возраста
те предпенсионеры будут сидеть, держаться за свои места, и они не уступят молодежи свои места, да, вот где людям работать? Я вот думаю, думаю. Кстати, вот мы выехали уже на улицу Репина. И вон там мы видим стадион, на котором проходил чемпионат мира по футболу. У меня тоже там на канале где-то есть видео. Вот стадион. Кому интересно, можете поискать. Вот, ну и про работу, да. Сейчас очень сложно. Мы с вами, вот люди моего поколения, мы с вами прожили, наверное, в самые лучшие годы, самые спокойные годы. Мы с вами получили бесплатное образование, медицину. Мы все получили квартиры. Все то, что сейчас молодежи недоступно. И мало того, что у них отняли это все, бесплатную медицину, образование, и не дадут никогда бесплатные квартиры, у них уже забрали и пенсии. Я очень переживаю за детей, конечно. Я, ладно, вот мне 60+, я еще могу позволить себе работать, но я же вижу женщин, которые моложе меня и уже ходят с палочками, которые имеют большой вес из-за нарушения, наверное, эндокринной системы, с диабетом, сердечно-сосудистые заболевания. Вот как они будут дорабатывать? Мне очень жаль этих людей. И вот я, как обычный гражданин, я ничего не могу сделать. И я удивляюсь нашим депутатам, чем они там думают, как они это все рассчитали. Конечно, когда я вижу в социальных сетях фотографии, как работают, в кавычках, эти депутаты, сидят, спят на своей работе, толстые морды, извиняюсь за выражение, им можно и до 100 лет там сидеть, спать. А спросили бы они у обычного работяги, у того же токаря, слесаря, столивара, да у обычной колхозницы, как у нее здоровье, сможет ли она выработать этот стаж? Нет, это никого не интересует. Боярский сказал, что он может работать. Ну да, он депутат со своей шляпой, он может работать. Но ради бога, работайте. И пусть работают те, кто может работать, у кого позволяет здоровье, ради бога. Но для основного населения, ну, навряд ли с платной медициной, как можно продлить нашу жизнеспособность и работоспособность. Сейчас мы на улице Малышева. Еще вперед немножко проедем. Вы смотрите по сторонам, не только меня слушаете. Вот мы сейчас практически в центре. Вот, сейчас середина рабочего дня, и в автобусе не так много народу. И мне всегда интересно, чем думают экономисты и как они просчитали, что в стране не хватает денег на пенсию. У нас такая богатая страна. У нас есть лес, нефть, пресная вода, минералы, золото. У нас все есть. Но у нас нет денег, чтобы дать пенсию людям. Опять забрали. Я не знаю, чем они там считают. Почему какие-то маленькие страны, которые вообще ничего не имеют, и у них больше социальная защита своих граждан. Почему
У меня вообще возникает очень много вопросов, на которые нет ответов. И вообще думаю, чем дальше, наверное, тем хуже будет. Женщины перестанут рожать. Они и так уже рожают ближе к 30. В основном, да, стараются встать на ноги, только потом уже рожать. А сейчас, если бабушки будут работать, помогать поднимать детей, будет некому. Значит, или вообще откажутся от детей, или будут еще позже рожать. И рожать уже не 2-3, а одного, дай бог. И что? У нас, по-моему, и так в стране нехватка народонаселения. У нас очень много районов, где не хватает людей. Я думаю, там же, в том же Дальнем Востоке, практически нет людей. Поэтому туда уже заселяются китайцы свободно. Люди уставшие, в основном больные, у которых не хватает денег на полноценный отдых, на полноценное питание. И очень многие ждали эти 55 лет для женщин и 60 для мужчин, чтобы отдохнуть, чтобы жить для себя, чтобы поправить здоровье. Вот. Ну и в конце концов предоставить места свои рабочие для молодежи. Вот, как видите, этого не случится. Так, это Малышево, мы все по Малышево едем. Центральная улица. Это Вайнера, пешеходная улица. Летом, конечно, здесь красивее, зелень. Сейчас уже голые деревья, снег. Сейчас будет остановка, на которую мы выйдем с вами. Вот в окно я виден храм Большой Златоуст. В принципе, он тоже новодел, он недавно построен, но я вижу, на нем уже стоят леса, что-то опять ремонтируют. Ну что, выходим. Практически в центре, здесь недалеко главная площадь нашего города 1905 года. Но мы сейчас пойдем как раз в ту сторону, но не до нее. Здесь тоже большое движение такое автомобильное, тут много транспорта. Сейчас мы перейдем на ту сторону. Ну все, пойдемте.
Вот мы подходим к храму Большого Златоуста. Ну, как бы я к нему как к храму еще не привыкла. Я думаю, что он еще не намоленный. Ну, может быть, как музей его воспринимаю, а не как религиозное сооружение. Видите, опять стоят леса. Совершенно новое здание и опять ремонтируют. Вот отсюда вход. Но у меня даже не возникает желания туда зайти. Я в основном хожу, я на Притеческое подворье, там на Репино. Так, мы идем в сторону театра эстрады. Погода сегодня нормальная, это комфортная. Не знаю, сколько там, минус 6, наверное. Я сейчас вам покажу аллею Славы, наверное, как она называется. На этой аллее будут звезды из красного мрамора, деятели искусств, которые родились, жили, работали вот в нашей области, в самом Екатеринбурге. Давайте посмотрим, кто именно здесь жил, работал. Вот Владимир Мулявин. Звезда Владимира Трошина, установлена посмертно. Иван Пермяков. Это все деятели искусства. Николай Баранов. Анатолий Филипенко. Валерий Топорков. Вот, это на этой стороне. И мы сейчас пойдем на другую сторону. Здесь вот афиша театра. Ну, стекло, наверное, отсвечивает, буквы не видать. Репертуару, конечно, наверное, не увидите так вот. Ну, ладно, пойдем дальше. Так, вот еще звезды. Александр Полечкин. Сергей Пронь. Это кто? Владимир Пресняков старший. Угу, дальше. Леонид Элькин, Анатолий Кролл, Светлана Камаричева, единственная женщина. Две стороны от входа аллея Славы. Ну вот так вот. Я с вами на этом прощаюсь. Возможно, у вас не совпадает мнение насчет работы, да, как я мыслю. Напишите в комментариях, что вы думаете, и вообще, как у вас успехи, как вы работаете. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Всем пока-пока.